Всем привет-привет, доброго вечера, сегодня пятница у нас уже. К сожалению, 4 дня были такие, как это, быстрые, да, по-русски, или, ну, времени не было, чтобы снимать для вас. Но мы что-то интересное, мы соскучились по этому процессу, всем привет. И мы смотрим, что потихоньку у нас подписчиков добавляется, у нас уже 71 подписчиков. Мы вам очень-очень, да, очень спасибо рады, вам большое. Спасибо. Так что, если вам нравится наш канал, то подписывайтесь, ставьте лайки, будем вам очень благодарны. Дети тоже всем скажут привет. Всем привет. Сейчас Беллу покажу вам. Она уже у нас решила в корзину. Котенок все больше и больше становится. Да, растет с каждым Растет. К сожалению, с Полли никакого особого прогресса нету, только то, что они могут вместе поесть. Это максимум. Это максимум, да. А Полли все-таки все время нападает на Беллу. Сейчас вам даже покажу, у меня тут на руке везде раны, пластырь, потому что когда Поле неожиданно нападает, то приходится мне защищать Беллу, чтобы эти драки заканчивать. Скажи, когда эти драки уже закончатся? Белла, что ты там в корзине делаешь? Не знаю, унюхала что-то. Посмотрели статистику нашего канала, что вот больше всего сейчас набирают просмотры, и вот в воскресенье, или субботу, когда мы выложили видео, субботу, по-моему, да, нашу прогулку в старом городе, и сейчас это набирает много просмотров. Мы сейчас думаем тоже, что в ближайшее время интересно вам поснимать в Таллине, может даже не в Таллине, будем смотреть. Но завтра у нас, кстати, в планах, если погода будет нормальная, то мы собираемся идти Пирита на, как это, Тервис Рада, тропа здоровья, или как? Да. Показать вам красивое место. Ну, еще кое-что. Может, еще кое-что, да, там у нас шопинг планируется. Так, ну что ты нам тут принес? Это болоньез, ты говорил, да? Да, да. Это маме. Это мне. А, это салями написано здесь. Пицца. София спрашивала, с чем пицца? Салями. Я очень люблю у них трюфельную. У них вообще все пиццы очень хорошие, вкусные. Ну, да. Атмосфера у них все такая уютная, мне очень нравится. Ну и продукты все у них из Италии привозятся. Да. В общем, одна из самых лучших пицц в городе, на наш скромный взгляд. Привез из старого города, она, конечно, остыла. Так. Ну, да, сейчас микроволновки сейчас погреем. Да. Ну-ка, как выглядит болоньезе, когда ее доставляют на дом? Неплохо, неплохо. На тарелке у них, конечно, намного красивее. Ну, но главное, на вкус это вкусно. Не влияет, да. Главное, что это вкусно. Главное, что мне ничего не надо готовить сегодня. Да. Это всегда приветствуется. Так, давайте разогреем. Да, а тебя ничего не привезли, да? Кстати, у нее вкусняшки есть в такой специальной штучке. Где она, София, эта штучка? Не вижу. А, и, кстати, у нас итальянское вино есть. Вкусное. Итальянский вечер. Вот сюда положи что-нибудь, в такую я штучку. Знаю, что это, я знаю. Там, по-моему, надо резать эти вкусняшки на маленькие куски, чтобы она не могла бы достать нам. Угу. Она еще очень сильно такие любит. Вкусняшки. Вот нарежем на маленькие куски. Где эта штучка у нас? Давай, что я много разобрал. Открой, София. Сейчас сюда положим. Давай, я хотела очень чуть-чуть. Да, 10 секунд. Ну, вот как раз 9 секунд. О, Белла уже тянется. Все, съела уже, так быстро. Ну, сейчас эту штуку положим. Пускай попробует достать. Дело будет тогда у Беллы. Сейчас не давай так, не давай, София. Пускай нас достает оттуда. Белла, конечно, у нас растет, поэтому много хочет. Кушать. Да. Вот такая штучка. Она закрывается, делай мелкие штучки, да, и туда кладем.
А может быть даже меньше? Нет, тут такие дырочки. Ну да, сбоку вот такие дырочки. Предлагаю включить фильм под пиццу. Посмотрим, да. Сейчас, Белла, подожди, потерпи. Все, хватит. Закрывай. Хорошо, закрой, положи на пол, пускай она попробует достать. О, как быстро, смотри, достала. Так, а следующий как ты? Поле в другой комнате слышно, как дверь царапает, чтобы ее выпустили. Вот так. Не хочешь на камеру? Да, что-то она быстро достает. Быстро достает. Слишком маленькие кусочки. А, все, услышала, что вдруг Поле выпустят. Нет, нет, Поле сейчас не будет. Пойдем. Наверное, не видишь, что у нее там еще кусок валяется. Опа, голова хорошо работает. Все, что касается еды, тут... Ой, так ты уже все... Белла, смотри, сколько у тебя тут на полу. Скажи, интереснее сам. Вот так. София говорит, вот. Вкусно? Ну, мама, давай на камеру. Попробуй. Вкусно, тоненькое, да? Тесто. Угу. Все? Так. Молодец, молодец. Свечка турецкая у нас все еще горит. Это, наверное, последняя у нас, да? Она последняя. Так жалко. Жалко, да. Ну, наверное, придется опять в Аланию лететь за свечкой. Полетели в Аланию за свечками, да. Вот так. Прям гремит эта штука. Нету там больше, нету, Белла, нету. Так, надо тут посмотреть, может, что-нибудь отпадет. Вот, покажу вам, как тут, ну, Белла, наверное, больше всего царапает, Поле-то у нас вообще мебель не царапает. Пуфик, наверное, придется поменять. Ира читает комментарии на нашем канале. Да, написала Светлана. Спасибо, ребята, за чудесную прогулку, люблю Таллин, часто бываю в этом прекрасном городе. И еще Юлия написала: отличное видео, Таллин прекрасен. Спасибо за прогулку и рождественское настроение. Так приятно получать комментарии. Приятно, приятно, да. Очень приятно. Так, еще тут Раиса комментарии есть. Да, еще Раиса. Таллин начинается с вирусских ворот. Это так. Мяу. Ты к нам хочешь? К нам хочешь? Ну, пойдем. Такой аромат. Я Дане накладываю. Он хочет еще и пасту. Божечки. Дай мне еще.
Булочку возьму, вот так сделаю. Очень вкусную. Думаю, еще положу немного, и думаю, все не съест. Да, вкусно. Сыра много, да. Поменялись кошки, сейчас Полли у нас тут. Скажи привет всем. Полли, скажи привет. Скажи привет. Да, молодец. Молодец. Такая красавица. Да. Да. Старшая девочка. Да. Она скажет, приходится следить за тобой. Обижаешь все мелкого. А? Почему обижаем Беллу? Я тут одна, единственная хозяйка. Она же ведь слушается. Понимает, что ты старшая. Понимает, да. А я поем пасту. Вино попозже, потому что мне еще надо работать, делать расклад, а потом уже можно и винцо попить немножко. Так, макарошки съедены, пицца съедена, теперь пора за работу. Да, Ирина занимается таро-раскладами. Сейчас она будет... Таро, то есть, извиняюсь. Будет работать, я буду монтировать видео. Спасибо вам большое за просмотр. Да. Ставьте лайки. И до встречи. Всем приятного вечера и до завтра. Приятного вечера. Пока-пока.